Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Инесса. Я российская певица, автор песен, текстов и музыки, ну и исполнитель. Сами пишете и сочиняете? Да, и сама пишу, и также исполняю песни других авторов. И также мои песни исполняют тоже другие исполнители. Уже участвовали на таком проекте? На подобном, да, я участвовала. А тут первый раз? Здесь, да. Здесь первый раз. Меня пригласил Алексей Шаранин, актер Первого канала. Да? Да. Вот, мой друг. Вот так. Так что вот. А где вас можно вообще найти? В интернете где-то можно? Конечно, у меня есть сайт. Вот. Сегодня... Скажите вот в камеру, как название сайта? Инесса Топ, 3W Инесса Топ. Я сегодня, как всегда, забыла визитки. У меня такое бывает. Очень приятно, Инесса. Я вам пожелаю только успехов, чтобы у вас все получилось, чтобы слушатели стали вашими поклонниками. Спасибо большое. Спасибо.